Пятая школа, как признавались практически все ее учащиеся и педагоги, это настоящая семья. Атмосферу дружбы, любви и взаимопонимания заметили и многочисленные гости, приглашенные на торжественное мероприятие по случаю 40-летнего юбилея школы. День рождения школы – это семейный праздник. Праздник семьи многодетной. Праздник семьи, которая объединила огромное количество и родителей, и ребят. Школа – это живой организм, и как ритм жизни человеческого организма задает сердце, так и у школы есть сердце, и сердцем школы являетесь вы, педагоги. Мне хочется пожелать, чтобы ваши сердца были крепкими, сильными, здоровыми. Учитывая серьезность и масштаб мероприятия, план подготовки к празднику тщательно продумывали и много репетировали. Было задействовано очень много людей, все старались, учили тексты, разучивали движения танцев. Было очень трепетно и тяжело готовиться, но мы подготовились и подготовили достаточно хороший и красивый праздник. Со сцены были сказаны слова благодарности всем тем, кто стоял у самых истоков с начала открытия пятой школы в 1981 году, и всем тем, кто посвятил работе в образовательном учреждении часть своей жизни. Среди них учитель начальных классов Светлана Бертник. 15 лет отработала в пятой школе, сейчас на заслуженном отдыхе. У меня родственники, многие учителя по профессии, поэтому это как бы я считаю, что это по наследству мне передалось, любовь к детям. Детей надо любить. Если их будешь любить, то все получится. Получится и давать знания, и воспитывать детей. В Видновской школе номер 5 обучаются 1500 ребят. Помимо основных уроков, у учащихся есть большой выбор творческих и спортивных кружков и клубов, действующих в учебном заведении. Я бы хотела пожелать терпения, хороших учеников, у которых есть амбиции, чтобы все эти амбиции воплотились в жизнь. Вот. Ну и удачи учителям, чтобы им продолжала нравиться их работа. Преподаватели стараются найти подход каждому ученику, поддерживать и мотивировать на достижение высоких результатов. Преимущество – это, наверное, всегда весело, никогда не будет скучно, дети дают заряд энергии. Вот. Да, в принципе, наверное, только преимущество есть в моей профессии. Всегда будешь в форме сама. Ну, естественно, общение с детьми – это всегда жизнь, как говорится. Ну и спорт – это жизнь. После официальных торжественных поздравлений, вручения почетных грамот и благодарственных писем, мероприятие продолжилось праздничным концертом. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.